Всем привет! Сегодня протестируем вот эти интересные уши от компании Realme. Очень их хвалят и буду тестировать на этом аппарате. Это Realme GT6. Если что, есть не одно видео про этот смартфон, приходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите видео. Смотрите-ка, доступна новая версия системы. Загрузить и установить. Давайте-ка. Повышена стабильность Realme UI. Android 14. Ну, прикольный смартфон за 35-36 косарей. Просто бимба. Очень рекомендую. Но если только вам нравятся вот эти вот дисплей-водопады, а так в целом дисплей LTPO, ну классно вообще, что я здесь о нем рассказываю. Так вот, буду тестировать на этом аппарате, потому что он все необходимые кодеки поддерживает. А на этих указан кодек LDAC, Hi-Res Audio. Есть и здесь некие характеристики. Можете поставить на паузу. Что здесь указано? Ну, здесь указано, что у нас имеется двойные драйвера Hi-Fi. Качество, вот это у нас интеллектуальное активное шумоподавление 50 дБ, далее пространственный аудиоэффект 360 градусов, с этой стороны также указано, тут просто наклейка, кстати, с русским языком она подстерлась, пока доставили, тут что-то постиралось, все, цвет какой-то небесный, ну я так понимаю, белого цвета, там две расцветки должны быть минимум, по ссылке в описании, смотрите, сколько они стоят, порядком берите так по скидкам, ну обычно там за 4 с лишним продаются, великолепная цена для такого класса наушников. Подключение у нас что-то тут до двух устройств, 6 микрофонов с шумоподавлением при вызове, при звонках, ну и до 40 часов, видимо, работы, автономность, воспроизведение музыки. В общем, очень интересные наушники, ссылка в описании. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Скидки на AliExpress». Там, здесь тоже по-русски, кстати, вот можете поставить на паузу. Там публикуются самые лучшие новинки, скидки, распродажи. Также на телеграм-канале разыгрываются каждый месяц смартфоны, так что подпишитесь, там просто необходимо всего лишь два условия. Подписаться на канал и прожать кнопку «Участвовать». Беспроводные активные Bluetooth наушники Redmi Buds Air 6 Pro. Что ж, достаем. Ух, какая плотная коробка, с ума сойти, так просто ее даже не достать. Мне придется прибегнуть к помощи режущего инструмента. Масса видео про эту новинку. Так, пошли наушники. Коробка, мое почтение. Прям толстая, плотная. Так, кейсик. Ну да, он такой, знаете, не совсем-то и белый. Тут даже что-то указано. Ну, правда, на китайском. В основном, в большинстве. Да, на китайском. Кнопка отделяется от корпуса. Корпус глянцевый, пластиковый. Есть какая-то вставка сверху, интересно. Так, а может быть достать просто вот так? Да, можно и так. Тут, видимо, индикация Type-C заряда. Пожалуйста, вам. Да, сверху все-таки пластиковая такая прозрачная плямба. И под ней прячется логотип компании Realme. Зазора здесь практически нет. И вот так вот пальцами если проводить. Ну, да, ты чувствуешь как бы. Но подгонка просто идеальная. Напоминает какую-то гальку на берегу моря. И этот глянец не сильно будет оставлять отпечатки пальцев, потому что у меня соответствующая расцветка. Они не белые, они действительно какого-то небесно-бело-голубого цвета. Что у нас по комплекту еще? Кроме вставки этой специальной под наушники, идет боксик внутри. Я так понимаю, что там инструкция, скорее всего, QR-код для установки приложения. Но я уже установил приложение, вот оно, Realme Link. Ну, надеюсь, что будет подключение без проблем именно с этого приложения. Ну, может быть, какое-то другое. Так, пошла инструкция. Тут логотип, все как положено. Инструкция на нескольких языках, я так понимаю. Да, даже есть, по-моему, мой родной русский, да, присутствует. Отлично. Кстати, вот можете поставить на паузу, если кому было интересно. По спецификациям. Меня интересует больше момент качества музыки, автономность. А больше особо-то ничего не интересует. Ну, конечно, внешний вид, габариты также очень интересные. Провод для зарядки идет в комплекте. Беленький такой, Type-C, Type-A. Кстати, не длинный, совсем коротенький. Ну, можно воспользоваться проводом обычным с телефона. И получается две пары сменных амбушюр. А что интересно, примечательно то, что эти наушники умеют считывать там приложение. Это можно все подключить, отключить. Считывать вашу ушную раковину и в связи с конфигурацией вашего уха, так скажем, сложением вашего уха, уже строить качество. Почему сейчас не сработало? Сканопическое пальца. А ну ладно, обновление загружается, может быть, подтормаживает.
и будет подстраивать под вас музыку. Но определенно можно выбрать также здесь и эквалайзер под себя все настроить вручную, также и пресеты присутствуют. Ну что ж, давайте вскрывать, посмотрим, как внутри, вот так. Очень качественно, на первый взгляд, далеко не дешево, далеко не дешево. Так, по поводу уже подключения пошло, отлично. Синхронизация пошла моментально, отлично. Вот так вот внутри. По поводу вываливается, не вываливается. Ну вот трясу. Слушайте, прекрасно. Крышка приятно закрывается с таким, знаете, цоканьем. Есть доводчик. То есть он и в конечной точке открытия. И в захлопывании также под самый конец доводчик срабатывает. В целом чувствуется, что это качественный продукт. Никаких претензий по сборке у меня быть не может. Однако давайте все-таки достанем. Готово. Достанем наушник, посмотрим, как он выглядит. Ух ты, да он маленький, компактный. А как-то на фото выглядел большим, а тут на тебя. И второй, собственно, кейс внутри. Там в шахте прячутся два контакта. Тут пины в том числе имеются. Вот такие. Серебряно-золотого, нет, серебряного цвета. Микрофоны, амбушюрки. Решетка вот перед вами. Качество изготовления мне нравится. Удивлен размерами. У меня есть AirPods Pro. Давайте сравним размерчики. Для начала кейс выглядит вот таким образом. Этот побольше. Вот так вот чисто визуально. Так, теперь давайте посмотрим на наушник. Собственно, по размеру. Ну, посмотрите, можно сказать один в один абсолютно. Они компактные. Сильно не будут выделяться, сильно не будут торчать. Смотрится очень качественно. По качеству изготовления, по пластику, слушайте, ну, ничем не уступает тем же самым. Вот эти наушники стоили, мне обошлись там что-то 21 800 рублей примерно. Тут не хуже качество. Вот и пролетело время, я готов с вами поделиться о качестве звучания, что здесь есть. В первую очередь хотелось бы похвалить то, что есть функция. Если достали из уха, извлекли, то, пожалуйста, вот на паузу становится. Далее, сенсорное управление, правда, я в руках держу, ну ладно. Работает быстро, очень отзывчиво, без проблем. Далее, шумоподавление порадовало. Я сравнил с ими AirPods Pro. Я вам скажу, что, ну, это, наверное, может быть, даже дико будет звучать. Но один в один, один в один. Там 21 800, здесь, грубо говоря, 4,5 тысячи рублей. Работает вообще абсолютно то же самое. Я сначала думал, буду гнать, потому что я первый раз протестировал, прислушался. Ага, шум все-таки слышу от кондиционера. Небольшой шум, и если вот так вот пощелкать пальцами, также, ну, слышно, понятное дело. Думаю, ну вот она, привет, за эти деньги, наверное, да, хорошим шумоподавлением, но уступает. Однако, после этого я сразу одел мои AirPods, и там то же самое. Я был, честно говоря, в ахуе немножко. Как такое возможно? Ладно. Но там, правда, другие еще функции есть, которых здесь нет. А плюсы и минусы потом поговорим. Далее, по качеству звучания, опять-таки, все неплохо. Я в настройках, в приложении поставил басы. Там необходимо галочку также поставить напротив LDAC, не забудьте. Басы здесь лупят как не в себя. Причем, опять-таки, то же самое, как на моих AirPods. Единственное, что моим AirPods уже 2 года как минимум. И там я постоянно слушал на самой высокой громкости. Они мне давным-давно уже там порвались, дребезжат. В общем, надо менять, не знаю. Но, короче, по басам, опять-таки, не уступает AirPods. Все шикарно. Здесь отлично по вокалу, здесь отлично по басам. Середина, это все, конечно, ну, на любителя. Там кто-то у кого-то, кому-то на ухо наступил медведь, но я вам скажу, что и середина все неплохо. В общем, качественную музыку, если прослушивать, то они вас... Так, блин. То они вас порадуют. Действительно хорошая... Да, почему хорошая? Отличное качество звучания, особенно учитывая их стоимость. Попробовал в играх, в Call of Duty, в Асфальте 9. Задержки здесь практически вы не заметите. Да, вы программу можете сюда установить, послушать, какую-то задержку, возможно, увидеть на программе. Но вот так вот на слух, она настолько минимальна, что даже в процессе, когда вы втягиваетесь в игру, вы ее просто тупо не замечаете. Микрофоны, вот это разговоры, все тоже очень неплохо. Слышимость, ну, я не скажу, что прямо отличная, потому что все равно шумы какие-то прорываются. Даже при условии шумодава, особенно если вы находитесь на улице, двигается какой-то автомобиль, какой-то автобус, вы все равно по-любому этот звук можете услышать. Даже при, ну, при разговоре, даже если вы отвлекаетесь от этих звуков. Но все-таки можно расслышать. Я вам скажу, что так из 5 на 4 уверенно. Это по касаемо шумодава и в целом микрофонов. 24 часа автономности, это я слушал, 70-90% когда-то менял, но я не могу на определенной громкости, как вы понимаете, слушать. Ну вот, 24 часа автономность вместе с кейсом, если подзаряжать постоянно. Слушал на 90% громкость,
И мне хватило заряда на 6 с лишним там с хвостиком часов. Вот именно чисто от наушников. Один раз вот одна зарядка. Далее уже надо засовывать в кейс на подзарядку. Полный цикл зарядки у меня занимает, ну, примерно 55 минут. Ну, может быть, час еще, возможно. Короче, вот 55 минут я засекал, у меня получилось. Что само по себе даже отличный результат. Вот так вот открываете при первом включении. Смотрите, шторочка всплывает. Вот появилась. То же самое там заряд показывается, то же самое можно увидеть и здесь, то есть заряд лево, право наушника и кейс вот на 80%. Теперь плюсы-минусы, что им можно предъявить, наверное, все-таки, что здесь Bluetooth 5.3, почему не Bluetooth 5.4, хотя, однако, вот у меня так называемая распашонка квартиры, и получается коридор, комната, плюс нет двери, еще кухня, два балкона по краям, ну, короче, больше 10 метров. Никакого прерыва музыки не было. Однако, если зайти через комнату, там, через другую, там у меня бетон 15 сантиметров, именно бетон, не какой-то там гипс, хренипс, вот это все, а именно бетон, то да, на расстоянии где-то 10 метров, ну, такое, знаете, ну, было немножко заикание. Однако, прием отличный на расстоянии. Что касаемо еще раз минусов. Ну, наверное, к Bluetooth я мог бы придраться. Нет защиты такой полной влагозащиты, потому что с ними купаться нельзя. То есть мочить их вообще нежелательно. Мало ли что, только защита от брызг. Вот, пожалуй, и все. Разве что нет беспроводной зарядки. Опять-таки, ну, за эти деньги беспроводную зарядку предъявлять. Ну, такое себе. По плюсам, конечно же, качество изготовления. Отличная автономность, шикарный бас, шикарное шумоподавление. Кстати, прозрачность хорошо работает. Мне понравилось приложение, в том числе оно практически, ну, прикрывает ваши все потребности. Тут хороший перевод, большие настройки, все можете пройти, под себя найти. Особенно вот это прикалывает функция. Ну, я как бы не оценил, здесь уже встроенные прямо непосредственно приложения всякие музыкальные композиции, не знаю для чего это, возможно для хорошего сна, медитации, здесь так и написано, медитация. Я как бы не очень это оценил, мне это не понравилось, однако супруга сказала, блин, ну мне такое на телефон, она вот любитель таких вещей. В общем-то приложение стоящее, тут показывает заряд, все, шумоподавление, все это можно управлять, прозрачность, вот пожалуйста, для этого, правда, нацепить надо наушники, ну вот, шумоподавление. Короче, наушники я вам, конечно, советую. Ну, чтобы это прямо не выглядело откровенной рекламой, ну, я вам скажу, что мне просто не нравится вот такой формат, когда такие палки вот просто по внешнему виду. Конечно, вкусовщина, я просто сейчас докапываю, возможно, вам это пофиг, ну, мне нравится, когда это все перетекает в единое целое. Однако, самое главное в наушниках, это, конечно же, качество звучания и те функции, которые они могут вам предложить. Предлагают они очень много. За те деньги, которые они стоят, это действительно очень достойный вариант.